Сегодня я расскажу историю. Однажды в ходе выполнения служебно-боевых задач при определенных мероприятиях было обнаружено на территории большое количество спиртных напитков, такого как коньяк. Коньяк был специфический, зеленого цвета, имеет свойства. Да, такой коньяк в определенное время выпускался. Вот, был найден, загружен целый КАМАЗ данного коньяка, привезли его на территорию пункта временной дислокации. Ну, ничего более умного не придумали, как поставить на охрану данного коньяка солдат срочной службы. Результат был достаточно интересный. На утро вся рота в полном составе была, соответственно, под употреблением, после употребления коньяка зеленого цвета. Вся рота была пьяная. Командир роты строит подразделение, начинает с ними разбираться. Ну, а те, соответственно, как и бывает в таких ситуациях, напившийся солдат, ну и напившийся мужик в целом, начинает на него бычить. Ротный другого выхода не находит. Он идет за своим товарищем. Товарищ был 2 метра безобразия. Вот, подводит его товарища территории. И вот такая картина. Входит ротный, ругает свое подразделение, отчитывает, скажем, не ругает, отчитывает подразделение. И тут какой-то из солдат, более такой, начинает на него бычить. Сзади стоит более высокий аргумент, который сходу сносит это лицо. Лицо уносит на задний план, оно больше не поднимается. Вот отходники пошли. И вот таким вот образом более-менее подразделение было успокоено. Потеря составила, ну, порядка 3-4 ящиков коньяка, которых так и не смогли найти, после чего коньяк был перевезен в более удобное место, и на охрану были поставлены уже далеко не солдаты.